Сегодня при выполнении тренировочного полета пилотажной группы «Беркут» в момент распуска на вертолете Ми-28 произошел отказ системы управления, сработала сигнализация об отказе второй гидросистемы и сработала речевая информация «Отказ гидросистемы». Летный состав боролся за жизнь вертолета до конца. При ударе об землю командир экипажа, к сожалению, погиб, второй пилот жив. Со слов второго пилота, катастрофа произошла именно из-за отказа авиационной техники. Полеты на Ми-28 мной приостановлены. Комиссия под моим руководством работает до выяснения причин катастрофы.